Друзья мои, всем привет! Тема сегодняшнего разговора – это устройство, прибор для очистки воды в аквариуме. Модель нашего фильтра ультрафиолета называется Sansan UV JAB 02. Так он выглядит. По внешнему виду напоминает польские фильтры Aquael, фаны. Сзади кассета на 4 присоски. Корпус. Провод такой же усиленный. Вместе со стыковки провода с корпусом нашего насоса дополнительно еще есть резиновая вставочка, чтобы провод не переламывался. Вилка обычная 220 без заземления. По характеристикам, заявленным производителем, 5 Вт мощность насоса, 5 Вт лампочка и 500 литров в час он качает. Больше я назову его не фильтр для аквариума, а стерилизатор для очищения воды. По габаритам наша модель, в длину он 26 сантиметров, потому довольно-таки такой немаленький. Сразу возникает вопрос, а что, как менять лампочку, как часто менять лампочку. Лампочка в нашем фильтре, стерилизаторе меняется раз в год непрерывной работы. Лампочки стандартные, всегда у нас в наличии есть, в случае чего можно поменять. Как он разбирается? Снимаем. И видим, сам по себе корпус. В корпусе есть небольшой фильтрующий элемент, потому как основным фильтром я его не назову. Этот фильтрик, префильтр, больше выполняет функцию, чтобы меньше налета и грязи попадало на колбу нашего стерилизатора. Потому не забывайте его периодически промывать. Так как если его, кстати, убрать, можно получить большую протоку через наш насос, но все-таки, чтобы не лазить, не мыть колбу от ультрафиолета, лучше, чтобы оно присутствовало. Мочалка здесь используется крупнопористая, то есть это префильтр для нашего фильтра. Внутри мы видим эту колбу, колба разбирается, вот есть лампочка. Лампочка стандартная, 5 Вт, в наличии есть, ссылочку оставлю внизу в описании. Как меняется лампочка? Так вот выкручиваем. Все, и достаем лампочку. Лампочку ни в коем случае руками жирными брать не надо, потому что она может прийти в негодность. Провернули. Оп. Все, установили и зажали. Когда вы покупаете этот фильтр новый, рекомендую, потому что при транспортировке бывает что-то где-то раструшивается, выпадает, поэтому разберите колбу, проверьте, чтобы колба с закрывающей лампу не была снята. Это при покупке нового, а потом при эксплуатации оно никуда не денется. Все, промыли, установили. Я рекомендую, чтобы ультрафиолетовый стерилизатор работал постоянно в аквариуме. На какие объемы я бы его поставил? 5-ваттная лампочка, ну, в среднем на объем плюс-минус 200 литров. Ну, максимум 400. Некоторые из вас его используют в работе, когда нужно рыбу там или пролечить, или наоборот провести карантин какой-то раз, когда нужно вывести цветение воды с аквариума, или когда сильная биологическая вспышка, то ультрафиолетовый стерилизатор очень хорошо помогает. Я его использую у клиентов как палочка-выручалочка для того, чтобы максимум была прозрачная вода, то есть чтобы не лазить часто в аквариум. С помощью вот этих насадок наш фильтр может еще и подавать в аквариум кислород. То есть проходит вода через механическую очистку нашего префильтра, потом обеззараживается через стерилизатор. И отсюда вместе с чистой водой можно еще сделать подачу воздуха. Обслуживание. Раз в месяц снимаете верхнюю часть и промывайте ротор. Ротор — это элемент, который качает воду, он со временем зарастает грязью и не вращается. Сам по себе насос при такой мощности не будет давать сильный круговорот воды в аквариуме, потому можно данный фильтр поставить и на объем 50 литров, потому что перекачка 500 литров в час — это не так много. Пройдя через все фильтрующие элементы, производительность падает. И ротор установлен на нержавеющем стержне. Это говорит о том, что рекомендовано его использовать только в пресной аквариумной воде. Все поставили, все закрыли. Итого, подведем итог по нашему чудо-прибору. Модель JAB 02
такой малогабаритный ультрафиолетовый стерилизатор с небольшим объемом даже фильтрующего элемента. Рекомендую, чтобы работал постоянно, без выключений. Нареканий по качеству не встречал. Для тех, кто ищет быстрый способ покупки, приобретения прибора, который будет обеззараживать воду, это данный продукт. Ссылочку на него оставлю внизу в описании. Спасибо за внимание и до скорых встреч.